Привет! Вы на канале Pop Music. Меня зовут Полина. И сегодня у нас на обзоре корпусное цифровое фортепиано Rockdale Rondo. Поехали! Модель Rondo входит в линейку новых инструментов Rockdale, среди которых токата, ариета и болеро. Это более модифицированные, более профессиональные модели инструментов. И здесь также 88 клавиш, полноразмерная, взвешенная, градуированная клавиатура, молоточковая механика. И главным качеством этого инструмента является то, что здесь используется клавиатура FATAR. Это одно из новшеств этой линейки. Клавиатуры FATAR всегда отличались высококачественными материалами и использованием действительно хороших механизмов для того, чтобы игра на цифровых инструментах еще больше была похожа на игру, как на акустическом инструменте. На самом деле, отдельные пару слов про клавиатуры FATAR. На самом деле, очень многие компании используют данную клавиатуру, такие как Korg, Yamaha или Roland, например. Если вы успели посмотреть модели типа FP30 Roland, то там как раз тоже используются клавиатуры FATAR. Они отличаются тем, что они, во-первых, более тяжелые по ощущениям. То есть мы всегда сравнивали это как с клавиатурами таких советских акустических инструментов, типа «Красный Октябрь» или «Заря». Это наиболее тяжелая клавиатура. Но главное, что здесь улучшено уже не только качество самой клавиатуры, но и тонкости динамического диапазона. То есть здесь именно разница в нажатии и разница в динамике гораздо больше, чем в других моделях и даже в других моделях самой клавиатуры FATAR. Послушаем, как же звучит тембр фортепиано у этого инструмента. С точки зрения чувствительности, здесь 5 степеней чувствительности. Можно ее полностью отключить, либо выбрать самую тяжелую по начинке этого инструмента. Во-первых, здесь 512 голосов полифонии. На данный момент это максимальное количество. Здесь у нас представлено 25 тембров встроенных, 3 тембра фортепиано и еще какие-то различные секции по типу струнных инструментов, духовых или других клавишных инструментов, например, органы или клавесины. Здесь также есть 30 вариантов стилей автоаккомпанемента, то есть здесь можно будет уже использовать этот инструмент не только как классическое фортепиано, но и как инструмент с элементами синтезатора для того, чтобы создать уже более интересные композиции. Слева на инструменте у нас представлена рабочая панель. Здесь у нас есть довольно большой экран, на котором изображаются выбранные функции настройки инструмента. Ниже у нас располагаются клавиши для работы с самим инструментом. На первый взгляд кажется, что слишком много клавиш. На самом деле все достаточно просто. Начнем сверху вниз. Сверху у нас указаны секции выбора стилей, демо-композиций и тембров. Чуть ниже у нас слева и справа обработка звука
звука аккомпанемента, то есть мы можем динамически его сделать тише или громче, но при этом громкость мелодической партии останется неизменной. Посередке у нас клавиши, которые отвечают за выбор той или иной функции. Здесь у нас клавиша Touch, она позволяет не сколько редактировать качество чувствительности, сколько ее полностью отключить. То есть, если вы нажимаете на клавишу, то динамика полностью пропадает. Если нажимаете, используется та, которая на данный момент установлена в инструменте. Клавиша Function непосредственно, которая отвечает за функции меню или функции, которые указаны под клавишами инструмента. И здесь чуть ниже указаны 6 клавиш секции тембров. Вы можете переключаться между секциями как с помощью верхних клавиш плюс и минус, так и с помощью секции, чтобы быстрее оказаться в нужной вам секции инструментов. Еще ниже располагается место для работы с записью. Здесь есть одна пользовательская дорожка для записи, которая вмещает в себя 22 тысячи нот. То есть в тот момент, когда заканчивается память, композиция сразу останавливается, и вы можете воспроизвести уже именно тот фрагмент, который вы записали. Безусловно, есть функция метрономии, куда же без нее, это незаменимый элемент в таких клавишных инструментах. Ну и чуть ниже находится секция для работы с автоаккомпанементом. Здесь у нас старт-стоп. Можно сделать синхронизированный старт, чтобы начать мгновенную игру в момент касания. Есть два варианта обработки вариации самой композиции, вступление и окончание. Также есть две клавиши внизу, которые отвечают за дул и сплит. Дул позволяет нам наложить один тембр на другой, сплит позволяет нам разделить клавиатуру для того, чтобы одновременно звучали два тембра в разной части клавиатуры. Еще небольшое количество функций обработки есть непосредственно под клавиатурой. Слева в самом крайнем углу у нас функции включения и отключения автоаккомпанемента. То есть в момент игры вы можете использовать уже готовую гармонизацию аккордов, либо исполнять самостоятельно без этой функции. Также есть вариант изменения октавы, транспозиция. В правой части уже указаны эффекты более акустического плана. Например, здесь можно изменить резонанс деки, поменять звучание. Также здесь есть эффекты хоруса и реверберации, безусловно. И здесь у нас указаны варианты изменения темпа и ритма в метрономе. И, конечно же, регулировка степени чувствительности. Плюс в самом правом углу мы можем отмечать точку разделения функции сплит. Вот, собственно, такой обширный спектр функций есть у этого инструмента. Послушаем тембр электропиано. Здесь есть несколько вариантов органа. Например, церковный. Послушаем. Тембр гитары с нейлоновыми струнами. Еще покажу тембр струнного оркестра.
Из более этнических тембров здесь есть вариант тембра ситары. Помимо основных функций на этом инструменте, которыми мы пользуемся, здесь есть внизу дополнительная такая маленькая коробочка, на которой находится секция для работы с воспроизведением различной музыки. Что здесь у нас есть? Во-первых, здесь есть разъем для SD и для USB. Для чего это используется? Для того, чтобы задействовать этот инструмент как звуковой медиа-центр, скажем так. Если вы хотите воспроизвести какую-то музыку или, например, использовать свои стили автоаккомпанемента, которые есть на ваших переносных носителях, можно использовать их с помощью вот этих вот разъемов, то есть воспроизводить какие-то автоаккомпанементы ваши собственные через этот инструмент и играть уже вместе с музыкой, которая воспроизводится. Помимо прочего, здесь есть индикатор Bluetooth. Он встроен в этом инструменте для того, чтобы также использовать ваше устройство вместе с этим инструментом, не используя никакие дополнительные внешние накопители, и таким образом тоже воспроизводить мелодии через этот инструмент. Ну и пару слов о разъемах. Здесь есть, конечно же, разъем под наушники. Здесь он не один, их здесь два. То есть вы можете, например, вдвоем с кем-то играть вместе в наушниках. Помимо прочего, есть стерео out и стерео in. Есть отдельный разъем спикер для того, чтобы подключать вот эту большую нижнюю колонку, которая здесь у нас располагается. Есть разъем USB типа B для того, чтобы подключать к компьютеру, использовать как MIDI-устройство. И разъем под педальный блок непосредственно. Поскольку это корпусный инструмент, здесь, конечно же, в комплекте идет и педальный блок из трех педалей, стойки классического типа, идет в комплекте крышка, она, кстати, выдвижная, компактная, не занимает много места. Вообще, хочу сказать, что инструмент Ронда считается самым компактным из серии их последних инструментов, но, несмотря на это, обладает, на мой взгляд, наилучшим звучанием, в отличие от других инструментов. Но при этом нужно учитывать, что и стоимость этого инструмента чуть выше, он уже стоит 100+, но хочу сказать сразу, что, учитывая, что здесь используется клавиатура FATAR, он будет наиболее подходящим для тех, кто ищет инструмент, наиболее похожий на акустический инструмент по качеству нажатия. Послушаем, как звучит этот инструмент вместе с использованием автоаккомпанемента. Ну что, подводя итоги, хотелось бы, конечно же, выделить плюсы и минусы этого инструмента. Хочу сказать сразу, что плюсов здесь действительно больше. Во-первых, потому что сам по себе инструмент очень компактный. Это существенный плюс для таких домашних электронных корпусных инструментов. Он абсолютно не занимает много места. Плюс то, что здесь отдельно находится большой динамик, то есть он не спрятан в сам инструмент. Безусловно, здесь в самом инструменте есть два небольших динамика, но и самый большой динамик находится внизу, что позволяет сделать звук еще более широким, еще более насыщенным, для того, чтобы полноценно можно было озвучивать даже какие-то большие площадки без проблем. Плюсом
еще одним, наличие экрана. Это очень здорово, это очень удобно для тех, кто не хочет ориентироваться за счет комбинации, а хочет сразу видеть на экране все функции, которые здесь показаны. Здесь очень классный тембр самого фортепиано, он очень мягкий, нету огромного количества тембров, то есть все по минимуму, все, что нужно, есть в этом инструменте, функция записи. Конечно же, большим плюсом у этого инструмента то, что здесь клавиатура FATAR, повторюсь. Все-таки для тех, кто занимается профессионально на инструменте, очень важно, чтобы касание имитировало как игру на акустическом инструменте. Во всяком случае, настолько, насколько это возможно в цифровых инструментах. Если вы попробуете клавиатуру Ronda, вы почувствуете, что клавиатура у этого инструмента гораздо тяжелее, чем у ее аналогов. Это очень здорово, кто привык к более таким естественным нажатиям. Еще одним большим плюсом является, что клавиатура градуированная, что в зависимости от регистра тяжесть клавиатуры меняется. Это тоже такой определенный симулятор классической акустической клавиатуры. Ну и, пожалуй, единственный минус, который я отметила для себя, что здесь все-таки функция Bluetooth, она выполняет исключительно аудиоформат, но, тем не менее, спасает сам разъем USB на задней панели, который позволит подключиться к вашему устройству через провод. В принципе, как я уже сказала ранее, плюсов здесь гораздо больше, чем минусов, поэтому, безусловно, рекомендую для ознакомления тем, кто только собирается учиться и кто уже профессионально занимается, посмотреть на этот инструмент, обратить на него внимание и по возможности попробовать самостоятельно поиграть и оценить качество. А что думаете вы по поводу данного инструмента? Оставляйте ваши комментарии, задавайте вопросы, ставьте лайки, делайте репосты. А с вами была я, Полина. До новых встреч. Пока-пока. Послушаем, как звучит тембр Grand Piano. Нет, не тот тембр. Послушаем, как звучит тембр Bright. Стоп, сейчас. Что такое? Смешинка просто попала. Вот так вот. Спасибо большое.